В новогодние праздники из-за сильных морозов многие предпочли оставаться дома. Жители микрорайона Чкаловске заметили, что в их квартирах температура опустилась в эти дни ниже норматива. Глава городского округа инициировал провести в микрорайоне штаб, чтобы разобраться в причинах и решить проблему. После штаба сначала встретились с жителями. Проанализировав все обращения, выявлено, что есть утечки по тепловым контурам подъездов. Где-то не дают полную мощность центральные тепловые пункты и котельная, а в каких-то случаях поздно убрали дроссельные шайбы и систем. По каждому адресу будет проведена персональная работа. После глава лично проверил работу котельной в Чкаловском. Она работает на 113 жилых домов и 13 социальных объектов. С момента передачи в муниципальную собственность она уже была серьезно модернизирована. В 2024 году в рамках инвестпрограммы предусмотрена установка нового котла, что даст большую мощность. Кроме этого, на объекте запланирован ряд других важных работ, которые сделают систему более надежной и современной. В котельной подключено 6 центральных тепловых пунктов. На одном из них побывал Андрей Булгаков, чтобы убедиться, что оборудование находится в исправном состоянии. За 2 года здесь была произведена полная замена насосов. В этом году планируется произвести замену теплообменников на современные с увеличением поверхности нагрева и мощности. К следующему отопительному сезону появится возможность при необходимости подавать максимальную мощность. А сейчас в микрорайоне проводится комплексная работа для повышения температуры в квартирах. Администрация держит ситуацию на контроле. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.